В следующем году будет 80 лет сотрудничества. Это тоже, так сказать, конференция такого же типа. Вот ежегодно мы проводить такие масштабные конференции не можем, но через 2-3 года от юбилейной конференции в университете, конечно, мы проводим. Конференция и школа в этом году получили 3 поддержки. Ну, очень сложно в соответствии с, как бы, с регламентом расходов все это дело организовать. Все научные организации, как раз последнее слово предоставим профессору Александровичу Федину. Уважаемые коллеги, стало, вообще говоря, доброй традицией проводить такие конференции на Владимирской земле. Разрешите от лица Владимирского государственного университета пожелать вам хорошей, удачной работы на конференции, плодотворной дискуссии, ну и, конечно, дальнейших успехов в научной деятельности. Вот, спасибо огромное, Валерий Васильевич, уже больше денег получили, когда он пошел. Валерий Васильевич поздравил программный комитет. Евгений Федорович Мищенко всегда добавлял, вы, значит, здесь такая, говорит, хорошая обстановка в Суздале, такая, говорит, аура, что вы все-таки находите время и погулять.